Привет всем! Эту серию мы снимали в тот же день, что и первую, но при этом много раз отлучались, а потом запись периодически выключали. Так что время суток в игре, как и погода, будет иногда резко меняться. Итак, мы пошли в деревню. Да, мы выполнили квест на яйцо, и, короче, там тетеньки одной. Она сказала, идите по дорожке налево. Мы пришли тут в деревню. Да, что-то пустая, нет никого. Ну, вон на вышке стоит чувак. А, да. Пойдем поговорим. Так, воин какой-то. Тошичи сказал мне, что тебе может понадобиться помощь. Мне не нужна ничья помощь, и я сейчас занят этим чертовым ребенком. Другим ребенком здесь никого нет. Не ребенок, а скорее слабак. Кикумацу. Сказал ему идти и учиться охоте. Он, конечно, не торопится. Где он? А ты торопишься. Да, скорее но ты всего, нет. Скорее всего, прячется среди холмов за охотничьей хижиной и хнычет. Так долго его уже нет. Достаточно долго. И я вижу, что он не единственный, кто тратит мое время. До свидания. Занятый чувак тут. А, вообще, нифига не делай стоит. Все его отвлекают от чего-то. Где-то там за каким-то домом хныкающий ребенок. Ну, не ребенок, я так поняла, парень какой-то. Нытик какой-то. За домом? Нет, за домом побегал, нигде никого нет. Слушай, ну тогда займемся любым делом, пограбим. Так хотела сказать. А тут что-то ничего нет. Ты уже тут грабанул. Да нет было ничего. Подожди, что-то лежит. Взять. А, одежда ряженых беженцев. Ха-ха, я сейчас приоденусь. Ты нашла. А я стрелы нашел какие-то. Раненых, точнее, беженцев. Да, я прям приоделась. Очень сильно. Ты меня не узнаешь сейчас. Стрелы походил. Такая хрень, их надо по одной только собирать. Это ты ногу перемотала себе с рукой, что ли? Это я, да. Это у меня одежда раненых беженцев. У тебя просто беженцев, у меня раненых. Понятно. Это на левел больше. Мощно. Что тебе нужно? Окикимацу. Маленький трус прячется за тем холмом на юге. Все, пошли на тот холм. А как узнать, где юг? А, вот. Вот холм, пошли туда. Тут в камне какой-то чья-то задница торчит. А, олень убежал. Я думала этого ребенка, которого он назвал. Мы точно на юг пошли? Ну, да. Что там карта говорит? На компасе. Ну, на компасе же юг. А, окей. Ну, он говорит, за холмом, надо как-то обходить его. Ну, вот я пошла строго на юг, строго за холм. Так, слушай, ну сейчас уже холм на спуск пошел, что-то сомневаюсь, что мы его найдем. Но он слишком далеко. Не, надо возвращаться. Давай вернемся. Так давай, ну ты впереди. А? Я тут все яйца собираю, время собирать. Оторвись ты. Этого увлекательного занятия. Да я бы тебя уже вот догнал. Ну, слушай, но мы-то ворота не нашли, подношения не сделали, а яйца ты съешь. Олежка, привет. А, попка у него трусится. Да ничего, давай вернемся к исходной точке и попробуем на юг идти, что ли. Правда, я шла на юг, но, возможно, допускаю, что могла отклониться. А, там какой-то ходит чувак. Да, вижу. Ты кто? А, торговать можно. А, во, мы давай поторгуем. Стой. Так, я поймал. Получаешь ли ты какие-то товары с Алиэкспресса? Японским торговым судам запрещено заходить в китайские порты. Несколько десятилетий назад, все бла-бла-бла, наши войны на Китайск убили чиновников, и они запретили торговать, заходить в свои порты. К черту лордов и всем, я тебе скажу, не спорят, а мы страдаем. Конечно, у меня есть китайские вещи. Знаешь, есть официальная торговля, а есть другая. Кажу лишь, что я знаю некоторых китайских торговцев, недовольных сложившейся ситуацией. И все, а торговать, подожди. А торговать F. Вот, все, поймал. Еще у него есть топор какой-то железный. Интересно. Бери. Просто мне он не активен, он занят. Я понял, сейчас ему все продам, что есть. Мухомор ему продам. Так может я тут тоже сейчас понасобираю, да ему втюхну. Да, потому что он покупает все. А, у него денег мало осталось. Не получится. Все, 8 монет осталось. Выпотрошил, все. Я купил этот топор. Ну, короче, ну да, выпотрошил. Но я думал, я ж не знал, думал, у него много есть. Ну да. Но у него там пару монет осталось, наверное. Ну, 28 мне пишут. 8. А нам, видимо... О, сейчас рыбу продам.
Слушай, а тут пещера какая-то. Ага. И тут топор, тут железная кирка в пещере. А это что? Шляпа беженца. А все, у него ноль. Да подожди, подожди, чувак, я ж ничего не купила. Сколько это стоит? У 20. Не-не. Подожди. 28 монет у меня. Все, иди, чувак. Пристала. Сорян. Подожди, а смотри, тут лут какой-то. Это его типа. А ничего не лутается. Так, окей. Но это был не тот, не искомый. Пошли обратно в эту деревушку с вышкой. О, она рядом. Я себе шляпу напялил, как в пещере нашел. Да. В пещере ты был? Ну да, я же говорю, тут пещера. Ну, на да. Роднике. На ручейке там. Я что-то боковым зрением слышал. А что ты сюда пришла? Ну, за тем холмом на юге, я так сказала. Поворачиваемся на юг, и там какой-то холм. Ну вот же, мы же бежали. Холм. Я яйца поел. Вареный? Ты сейчас подношение съешь, не? Съел. Ой, да, мне сырых еще нажарим, господи. Ладно, костер придется разводить. Так, вон он, юг. Бежим строго на юг. А вот я даже догадываюсь, где ты глину взял. Открыта строительная площадка сторожевой башни. А иди ко мне. Идешь? Я иду. Какой-то сторожевой башни. Открыта площадка сторожевой башни. Вот, конечно, классно. Нам домик нужен двухспальный. А то нам спать на одном не дают. Да, надо разблокировать, но вот все еще непонятно, как его разблокировать. Ты же предположила, что уровень династии надо поднимать. Ну, как бы да. Тем более это по заданию. Опять открыта площадка для строительства небольшого моста. Ой, а смотри, тут деревня какая-то. Да, есть такая. Короче, квесты в Сеге. Деревня. Мы квесты профукиваем все. Но зато... Ай, как залезть. Ах ты ж, в шляпе манявый. Грибочек. Вот тут лежат железные топоры и кирки. Хочу взять. Не даю. О, тут дядечка. Староста деревни. Хорошего тебе дня, путник. А, ты не видишь. Я так понимаю, ты здесь староста. А ты пригласи меня, там есть у тебя опция. А нету там кнопки. Ну ладно. Я тогда буду... Верный! А ты один из новоприживших... Да ладно, я отвлекаю. Из новоприживших беженцев, которые... Ну, ничего нет. Здесь. Да, мы остановились в разрушенной деревне и... Знаю, добро пожаловать в Сеге. Некоторые нищеброд, не разговаривай с ним. Что? Я говорю, он нищеброд, не разговори с ним. Нечего грабить. Да. Лес — это как мать для всех. Она кормит нас, одевает, иногда сердится, забивает нас до смерти. Но мы все равно ее любим. Как можно не любить мать, а? Есть ли какие-то особые правила, которых я должен знать? Базовая человеческая порядочность — единственное правило, о котором стоит помнить. Мы упорно боролись за свободу. Я был там в Сен-Джиро, когда началось восстание. Время офигительных историй. Он, многие другие погибли для того, чтобы мы могли избавиться от особых правил. В лесу мы свободны. Грабить можно, все норм. Торговец древесиной нашел. Он продает бревна и бревна. Есть. Неожиданно, правда? Плотник тоже трактирщица. Торгует. О, трактирщица. Стой, тетя. Она еду продает. Кстати, там можно яйцо это купить, но я не буду. Ну, ей можно продавать что-нибудь. Стоп, это трава, что ли? Бандит. Да, бандиты какие-то тут не бандиты. И я бы уже подралась бы с кем-то, а они какие-то аморфные, старейшины. О, ты пришел навестить старушку, как мило. О, я квест у бандита взял. Не так уж и стара. Спасибо, я знаю свой возраст, и я столько пережила, чувствую как минимум вдвое старше. Ты имеешь в виду восстание? Мне жаль, погоди, твой брат. Инжира, мой племянник. Все, этот, понимаешь, да, все. А у него прикольный такой этот мат для спания. Посимпатичный, хочу такой. Что-то у них грабить нечего. Как-то так даже скучно. А вот еще какой-то торговец. Гензен, что тебе? То, что ты... Хотя подожди, стой. Это у тебя что, каменный резец? Нет, спасибо, такого у меня. А ты что торгуешь? Мастер по созданию луков. О, у него лук 60 монеток стоит. Слушай, давай лук купим. Ты же стрелы там собрал. Ну только у него лук 60, а у меня 28. Может, что ему впарить? А я впарю. Я ему рыбки попродаю. Палочки купишь? Ну, у него такие милые, все покупают. Палочки даже. Сотказные такие. Ну, мухоморчик. Купишь?
Радом по скидке. Одна монетка осталась. Ну, может, я тебе, блин, даже солома дорогая. Что-то у меня цены такие высокие. Ладно. Но зато я у него лук могу купить. Иди, может, ты... А, хотя как? Иду. Я иду. У меня есть, мне 200 монет. У меня тоже теперь уже. Я ему повпаривала все. Я купила лук. Сначала изготовить подходящие боеприпасы. Стрелы установить, слово для боеприпасов. Ну, все, лук у меня. Может, тебе стрелу дам, давай. Да подожди, может у него тоже будет. Ты кто же? Нам обоим нужен лук. Давай я сейчас скину сюда. А тебе ты лук купил, не? Я их выкинул, они пропали. Ясно. Подожди. Ну, может это... Там 10 стрел было, но все равно чушь какая-то. Постреляли. Вот это я боялся. Их только фиг сделаешь. Там какую-то станцию надо делать в деревне там. Там разные есть станции. Ну ничего, главное лук есть. Ну, я так подозреваю. Ну да. Ладно, но тем не менее, мы с тобой отклонились от сути происходящего. Что ты делаешь? Травку собираю. Конечно, прикольно, что мы вот пришли к ним, их травку пособирали, им же все продали. Да, мне тоже нравится такое. Но с другой стороны, может, они лентяюги, не любят работать. Тут, видишь, все упирается в то, что у них деньги кончаются. Да, вижу. Ну, с другой стороны, и правильно, потому что покупать-то у них тоже особо-то нечего. Ну, там в каких-то описаниях... А, ну да, мы же встречали там бродячего торговца, я про него хотел рассказать. Капец, тут, короче, прямо на мосту этот самое гнездо с яйцами. Воронье гнездо. Нашла, где тут высиживать. Ты что, по нему никто не ходит никогда, что ли? О, а тут еще какая-то лесорубная штучка. Что там у тебя? А я обувь нашла. А где она? А вот она. Ух ты. Я себе какие-то сланцы нашла деревянные. А я нашел торговца, он бандитские перчатки продает, масляную лампу и жирка. А что тут за шут? Да, мы еще те прохождинцы. Все проматываем. Пропустить. Вода взять. Ну окей, воду я взяла. Все, что я... А, тут же еще приседать можно. Ну не. Да, они болтушки такие. Хорош ли твой алкоголь, домохозяйка? Такая легла. Не хочешь выпить? Слышь, я захожу в дом, она такая берет, ложится на кровать. И говорит, не хочешь выпить? А, да. Звучит интригующе. Хорош ли твой алкоголь? Честный вопрос заслуживает честного ответа. Сакэ немного хуже, чем в Аратане, но компания гораздо лучше. Видишь ли, мы немного дикие, особенно когда напьемся. Это придает местный колорит. Какие истории я могла бы тебе рассказать? Ты бы слышал, как я кричит на своего мужа. Короче, сплетница. Понятно. Женщина легкого поведения. Подожди, а ты торговка, да? Так вот оно что. Что ты продаешь? Деревянные яри, копье это у меня есть, целебный бальзам, крем, облегчающий боль, восстановиться после травмы. Сколько стоит? 90? Да ну нафиг. А это что, головные уборы бандитов? А я куплю. А тебе впарить? Что тебе впарить? Воду хочешь? Продала. Одежку купишь? Продала. Блин, я стрелы мог ячейку поместить. Ладно. Ну а что, поместил, нет? Так я ж их выкинул, забыла. А, да, нет, я не забыла. Я думала, что ты подумал, что выкинула, на самом деле они в ячейку поместились. Какое-то святилище. Святилище? Блин. Ну или я не знаю, что это. Нам нужно святилище. Яйцо жарь. Нет, это, наверное, просто такое себе возведение. Там не зайти ничего нельзя. Уже мне тебя найти. Ты теперь у меня с радаров пропал. Да. Да. У меня тоже. Вернись обратно. Иду, бегу. Дровосек. Так как от вас отвязаться? Пока не поговоришь с каждым. Бла-бла. О, зато тут можно смастерить. Что можно мастерить? Мастерить. Неактивно смастерить. Чем? Ой, я бандита нашел. Да, звучит. Он агрессивный, он дерется. Да, начинается. Вот. Достигну. Ой, я его убил. Как без меня, так сразу у тебя бандит. Он напал. О, у него тут есть еще разлутать, у него есть какой-то железный нож. Харабани. Ну идем. Ну вообще фигня у него всякая. Ага. А на карте-то бегу. Я тебя вижу. Ты... На карте. Открыта площадка для строительства небольшого моста. Ты назад вернулся немножко.
Слушай, ну нам тут как минимум нужно найти этого, ну, святилища и... Кстати, а там, где ты был, вроде по описанию и должно быть святилище. Ой, ну, в общем, вот этот холм, вот тут должен был по легенде сидеть этот чувак. Но только его ни хрена нету. Либо он где-то близко, и тот имел в виду камень невысокий. Либо пошли возвращаться, и ту деревню пройдем, и все-таки найдем это для подношения. Ну, хочешь, посмотри место, которое я нашел? Хочу. Пойдем. Тыщ. А у тебя яиц нету, поэтому ты не можешь. Ну, а есть у меня варить. Яйца, ну пожарить их надо. Ну только. Вот, жареных у тебя нет яиц. Да еще их тут жарить, костер поставил. Ну просто видишь, что вот сюда подходишь, и там, во-первых, подняться туда нельзя, и как-то взаимодействовать. Куда подходишь? Ну иди на меня. Так, а я у таких же ворот. Ну ладно. Да тут не ворота. Ворота, при чем тут ворота? Слушай, а мы, скорее всего, на месте. Ну хорошо, я сейчас попробую поставить костер. 100% мы на месте. Уверена даже. Камень, палки, у меня нету ни камень, ни палок. Ну, у меня тоже, я все продала. Ну, сейчас найдем. Так, камни собираю. Так, а я палки собрала. Если я одну палочку, ты бросить. Я бросила. Ну вот, палки лежат. Палки почему-то бросаются. А палки я кому бросала? А я не знаю, нашел. Так, яйца. Камень нужен для яиц. Ну, я как минимум сделал 4. И что с ними делать? Должно быть активно что-то. Нифига, и что, даже подойти нельзя. Ну, тут перекрыто, конечно. Ой, а кто это? Где? Кабан? Кабан! Точно. О, а все, я его разделываю. Я вижу. 12 мяса дал, да и все. Хорошо. Сейчас мы почитаем квест. Используйте вареное яйцо, чтобы совершить подношение Инаре. А что значит отслеживать квест? Вот я выбрала, и нифига ничего не меняется. О, там нажать надо было. Понятно. Используйте яйцо, чтобы совершить подношение. Используйте вареное яйцо. Ну, что-то мне сдается, это то самое место и есть. Есть. А можешь мне яичко одно дать, вареное, пожалуйста? Да, могу. Я просто отошел ко мне еще пособирать, чтобы еще яйца на... Нажарить там. На жарку одного яйца нужен один камень зачем-то. Ну, чуваков грабанули, им же своих лут продали, распотрошили, мне по одной монетке у них поставалось. Так, жарю 18 яиц еще. Закидаем Инарий. Используйте вареное яйцо. Может, его в руки надо взять? Так, я отдам тебе половину яиц. Не знаю, надеюсь, они не пропадут. Я выкинул их. Вот. А, вот лежит, видишь, да? Да. Ну, играйся. Так, ладно. А если по вот этим воротам пойти? Ну ведь мы же на месте, почему? Ладно, попробую в руки что ли взять. А, он жрет. Не, чувак. Если берешь в руку, то он ест. Вот если бы это сейчас был стрим, нам бы зрители написали, вы глупые, как вы не можете догадаться. Это все очевидно. Да это не то место, наверное, все. Ну, по описанию один в один. Ну, жалко, карта не приближается, да? Ну, лады. Нам нужно вернуться, пошли в сторону деревни и еще раз от этого мостика пойдем. А еще, знаешь, я не поняла, как находить людей и их вербовать. Факел сгорел. Может, если бы я читала, я бы поняла. Да, с инструкцией обычно полегче. Да, но это не наш метод. Пеструшка, собрать урожай. Какая еще пеструшка? А, петрушка. Пеструшка. Мы хоть приближаемся. Да, как минимум мы приближаемся к дому. Побегали, черти. Понапродавались. Ни фиатьга, ни один квест не отбили. Ну, мне кажется, нам надо деревню отстраивать. Построить все здания, которые доступны. Наверное, после этого будет повышаться уровень. Согласна. Хорошо, давай. Тем более я уже нагулялась, хочу дома чем-нибудь позаниматься. Слава тебе, Господи. Как ты говоришь, я тебя выгулял? Ага, лазит кто-то по ночам. Ну, это потому что у нас кровать. Да есть там лежанка, будка на улице. Чё, проблема что ли? Да это понятно, но это как-то не по-людски. Да, вот он разрушенный мост, а нам нужно было идти налево. Или я опять сторону перепутала, но скорее всего налево. Туда. Ну мы идем домой, все. Рабочие станции.
Такие рабочие станции, как печи Татара или станция дубления, автоматически производят различные уникальные изделия, например, сталь или кожу. Ну, колодец как минимум тает. Что мне это как минимум прицепилось? Бесконечно повторяю. Ну, стоит он, и что дальше? Ничего не делает. Ну, что для жителей там что-то как-то. Ну, может. Знаешь, как святилище выглядит? Да так же, как мы видели. Маленькое святилище Инари. Да так же. Домишко на камешках. Походу, мы были там, где надо, но только почему-то яйца наши не понравились. Может, их много, а не то нашли, которое надо. Возможно, да. Я уж тоже об этом подумала. Невозможно слышать предметы разной давности. Что за фигня? Что еда портится, что-то странное. Щелячки такие маленькие. Угу. Стоги сена идеально подходят для поиска иглы. Иглы я видела, да. Выберите дом. А, слушай, а мы Алке нужно дом настроить. Короче, нас она выселит сейчас. Ты согласен выселиться из дома? Я да. Да. Буду с тобой рядом под кустиком спать. Пусть она тут живет. Чего нет-то? Правильно? Ака. Да, это очень похоже на модел дальности. Так, сведения. Деревня, население, Ая. Бездомный дом. Селуха. Маленький домик. Кровать. Все, она там живет. Она живет. Угу. Супер. Сейчас притащится, небось. Хочу нам дом. Я сейчас строю общую кормушку. Понятно. Маленький дом доступен. Слушай, я на вылазку. Ты пока занимайся, я побегаю на вылазку. Яйца-то у меня есть. Пойду гляну, что там. Давай. Она все-таки как бы ее. Я тут рутиной занимаюсь. Да, я к ней опять сунусь, чтобы она конкретно сказала. Тетя, мне время спать. Вот, где мне его найти? Следуй по дороге, ведущей в сторону от деревни. Как только ты окажешься возле разрушенного моста, поверни налево. Вдалеке ты видишь Тории, приведут святилище. Ну ладно. Тут еще другая дорога есть в сторону деревни. Вот и вверх там. Ну так мост-то разрушенный только тут рядышком. Ну а может и там тоже будет. Так, как только разрушенный мост, я увидела. Вот я, короче, вот тут я увидела. Ой, разрушенный мост. Что же мы будем делать? Как мы будем переправляться? И нет. Нам в другую сторону. Странное. Ноги налево. Ну, логично же перед мостом стоять туда, бежать налево. Ну, ладно. Она не говорила переходить ручей, реку, значит, не нужно. Олень! Где тут ворота Инари? Странный. Олежка, стой. Он бежит во всю прыть, я за ним бегом запросто успеваю. А, ладно, иди, надоел. Нет, короче, тут никаких ворот этих дурацких. Тогда предположим, что она имела в виду конкретно то, что я сначала подумала. Мы стоим перед мостом и идем налево. Может, эти ворота нужно именно от моста пройти? Я перенесу всю еду нашу тут, конечно, это здание. Конечно, там это сожрет все. Тем более, такие базовые сундучки вроде должны уничтожиться со сменой сезона. Угу. Вот он мост. От разрушенного, как увидишь разрушенный мост, иди налево. Вот я пошла налево. Я иду. Иду налево. Тут ручеёк перехожу. Как увидишь ворота. А как я их увижу? О! Я нашла твой любимый яйцо гнездо. Вот я еще налево. Налево. Ворота есть. Нифига там нет ворот. Так, ну и что толку, мы пришли к этой деревне. Олень. Отвези меня. Домой. Так, за холмом на юге. Может, они стороны света путают все, а? Ну, а чё у них? Ни один куда сказали, ни один не привел. Что тот на юг говорил, что и это говорило. Тот говорит, на юг идти. Ну, мы пришли на юг за холмом. Хотя, ну-ка, есть одна идейка. Так, ну там, видимо, торговец, да, там торговец. А если он имел в виду вот тот юг? Другой. Прикольно, если у тебя есть скрученный топор дополнительно в инвентаре, то при ломке текущего тут автоматически в быструю ячейку тебе помещается, ты продолжаешь рубить. А, ну там написано было, да. Да, и ничего. А я какую-то сторожевую башню. Это ж инструкция. Это да. Это прочитаю. А я это случайно прочитала. Прости, не хотела. Совестно. Да, вообще. Я больше не буду. Я буду глаза закрывать когда-нибудь. Нет, просто жми Escape. Пропустить. Я какие-то ворота нашла. Они теперь в другую сторону ведут. Ладно. Да, ну лево было очень долго. Так, окей.
эти ворота зашла. А как бы это не те самые были, где мы с тобой тусили. Ну, по моим ощущениям, конечно, нет. Сюда. Мне Олежка дорогу показывает. Ух ты, фонарик. Так, нафиг фонарик. Олежка меня куда-то ведет. О, гнездо прям посередине. Да ладно, вороны никогда посередине гнездо не делают. Посередине дорожки. А красивая тут дорожка как-то. Да, мы точно не здесь были. И как подношение тут совершать? Вот серьезно, ребята, я нашла следующую Инари. А как подношать-то тут? Они душнилы. Ну как? Нашла такое же хранилище? Абсолютно, да? Да, там в красивом очень месте, но хорошо, а если я яйцо в инвентарь помещу? А яйцо-то то, которое нужно, да? Ну да, там же другое нам недоступно. Поместите яйцо. Используйте вареное яйцо, чтобы совершить подношение Инари. А что, Инари не может в любом своем месте, святилище, это делать? Хотя, слушай, а святилище тут по-другому выглядит. Если это, конечно, святилище. Там у нас на молотке было немножко другое. Ну, блин, это ж не то. Придется спускаться всю эту дорогу огромную, винтовую. Орел какой-то орёт. А ты руду тут, кстати, встречал? Руду? Ага. Нет. Я тоже нет. Я строю общее хранилище, чтобы туда все ресурсы перекинуть. Отлично. Какой-то умничка. А у меня нулевой результат. И там и туда уже какая-то тетка залезла. Вот же. Так это, наверное, же наша эта, которая там поранитая была. Да может, но. Ну да, наверное. В смысле, она. Да, ну что она себя заперлась? Может, положить что-то? Давай будем надеяться, что она ничего не возьмет. Да фигища ресурсов надо на это дело. Ладно, я к тебе иду. Да не о чем. А, там уже все набегалось. Ага. Так а что тут? Результат нулевой. С позором возвращаюсь, сыплю голову пеплом. Чуть мне кажется, это тут тетка стоит, она торговец будущий, но пока у нас с нами торговать не хочет. Дратути. Дратути. Это вот это? Хранилище древесины можно сделать, непонятно зачем. Ну давай сделаем. Ну что, мы тут настроили всяких зданий, которые доступны. Были для постройки на текущий момент. Давай их, может, быстренько отбежим. Так, это я где стою? Общее хранилище. У нас тут ресы складываем. Да, разные виды ресурсов, они должны храниться в разных хранилищах. Сделано, конечно, идиотски, но вот так вот здесь есть. То есть, когда наводишь мышкой на какой-то ресурс, там в инвентаре, он там, ну, там щелкаешь по нему на описание, видно, что для какого хранилища этот ресурс предназначен, где его нужно хранить. Позаглядывала, идем в следующее? Да, позаглядывала. Я так понимаю, что с этих складов наши работники будут ресы брать для постройки, там, для ремонтов. Для работы, короче. Ну да. И наверное, приносить будем надеяться. Ну, как в Medieval династии то же самое, да? Да. Это хранилище древесины, там хранится древесина. А следующая зданица это у нас хижина лесоруба. Ну, здесь вот можно обрабатывать всякие виды бревен, древесины, дрова там. Дрова можно делать, палочки, да. Следующее сарай. Сарай это, по-моему, базовое здание. Вот. Сумка товара. Ну да, мы сюда так складываем. Кстати, что-то железяку не выложим. Наша единственная ночлежка, палаточка, домик, который мы отдали этой пассионной мадам. Я забыл, как ее зовут. Ако. Ако, точно. Да, здесь Ако живет. А вот там второй дом. Сейчас мы вернемся к этим постройкам, а там квестовая. А, это вот это, наверное, мата вот это, да? Да. Мата. Это там тетушка, которая... Я застрял. Ну, короче, квест ей не сдается, даже несмотря на то, что мы все находим. В Стиме пишут, что этот квест забагован, и он пока ни у кого не проходится. Поэтому он невыполнимый. Угу. Подожди, а это что за дом? А это хижина лесника. Ну, он там ягодки собирает, грибочки всякие. Только тут непонятно, почему-то ни одного сундука нету. Наверное, их здесь в качестве мебели надо будет расставлять, расстанавливать. Ну, мы его сюда поселим, когда найдем лесника. Да, и он, наверное, либо сам там что-то соорудит. Вот это хранилище продуктов питания под соломенной крышей. Взгляни туда, покажи, там, что у нас там насобирали.
всяких питаний, продуктов. Вот. Следующее хранилище воды. Здесь две бочки у нас. Да, вот бочка. И рядышком колодец я перенес сюда, чтобы он был рядышком. Он, конечно, очень непонятно работает, потому что вроде ведро бросается, а вот извлечь воду я больше не могу. Но у меня, кстати, есть в инвентаре две бамбуковые бутылки. Написано «Вода ресурс», один заполнен водой, почему-то стоит дешевле, чем тот, который без воды. Но это он поменял вид из ведра, что ли. Окей, давай сбегаем на тот еще этот самый алтарь, да? Да, вот, короче, вот у нас квест... Ой, ну пойдем, короче, ее найдем. У нее еще раз спросим, что надо делать. Я пока уже выучил. От разрушенного моста налево по дорожке, по дорожке. Нет, нет, я не сам текст, а как ее зовут. Серию это рассказывала. И возвращалась к ней снова и снова. И снова, и снова. Я ее задолбала, да. Вот она, эта девушка стоит, чья мы... Поговорить. Следуй по дороге, ведущей в сторону деревни. Как только окажешься у разрушенного моста, поверни налево. Вдалеке ты увидишь ворота Тории. Приведут в святилище. В общем, у нас долго мы не могли найти, но сейчас, надеюсь, найдем. Там, оказывается, не так все просто. Почавкали дальше. Надо или вот... почвакали, как правильно. Да. И так, наверное. Не, чавкать это кушать, да. А этот чвакать, наверное. Это куда-то вот в ту сторону, где заросли, надо идти. Вот через ручей, где гора, да. И там в бамб... Да, да что такое? В бамбуке. Все будет. Вот где-то в эту сторону надо бежать. Вот выше, по-моему. В общем, конечно, как она сказала, там все увидите, нифига ничего не видно. Вон, по-моему, стоит. Смотри, вдалеке. Ой. Вот да, там. Да, и видно. Обнаружено святилище Инари. Вот как раз оно Инари называлось. А мы они не написали. Тут лисица бегает. Ага. А две лисицы. Две лисички. Ой. Вот. Взаимодействие. У меня как раз есть яйцо. Четыре лисицы. Вот, смотри, тут целая стая лисиц. А что, у тебя мультик не пошел? У меня мультик пошел. Нет, ну главное, что у тебя пошел, ты снимаешь. Да. Я попробую лисиц поковырять. Ну, все, я посмотрела, давайте. Ножик уничтожен. Так, подношение мы совершили. Используйте... А у меня все равно пишет, используйте вареное яйцо. А чего? Я же уже использовала. Ну, ладно. Может, тебе тоже... У тебя есть вареные яйца? А, нет, только сырые. У меня тоже. Ну, давай приготовим что-нибудь. Не, просто квест остается висеть. Мы, я отдала, но уровень династии у нас какой? Давай смотреть. Четвертый. Нам какое-то задание. Ну, у нас и был четвертый. Да, да. Но мне написали так. Есть такая. Так, а ты яйца отдала? Ну, я отдала ей яйцо. У меня больше нет яйца. Нет яиц. А, подожди, там, у меня 5 яиц. Ну, я отдала точно. И написали, уровень династии повысим. Повышен. Почему-то а нет. Я не могу ничего. А я сейчас тебе дам яйца. Взаимодействовать никак. Вот, я тебя бросил. Взял. Ну, ничего не происходит. Ну, вот у меня тоже. Может, надо нож убрать? Нет. Ладно. Так, а у тебя что-то отбилось? Ты яйцо отдала, да? Что... О, подожди. О, отбилось. Есть. Вы получили там благословение. Да, да, да. Оно что-то тормознутое, как мой компьютер с этой игрой. Короче, пойдем с ней разговаривать. Ничего больше. Нам надо к ней вернуться, да? Получается, что да. Получается, да. О, тут лут есть. Ух ты! Одежка. Сланцы возьмешь себе? У меня такие есть просто. Да, заберу. А я в халатике тут еще. Что-то такое себе. Такой смысл непонятно. Но эти как минимум дороже стоят, потому что мои вообще ничего не стоят. Стоит 50. А, не, мои тоже 50. Ну, короче, непонятно, никаких параметров нет. На, приоденься. Я тебе тут одежку брошу. Так, у меня есть одежка. Нет, я тебе лучше брошу. Монаха? Ну, как я? Да, получше. О-о, стриптиз. Подороже 140. Все, да. Модные. Тебе побежали. Наоборот надо было. В халатике я, а ты в
станишка. Давай переоденемся, брат. А я в халатике? Ну, ну да. Давай. О, вот теперь нормально. Пойдет. Ну? Я вам подсвечу. Так, а... Ну, давай разговаривать. Говори. Подношение было сделано. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ну, ты же говоришь. Нет, нет. Ну, хорошо, я буду говорить. Добро пожаловать. Я сказала, добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. А Инари довольна, ты получил свое благословение, мое уважение. Ты говоришь. Хорошо, ты читай женский, давай. Я женский. Давай заново. Добро пожаловать. Ну, там, ну, да, ну погнали. Ну считай, что прочитали уже. Что там дальше мне говорить? Инари довольна. Ты получила свое благослов... ты получил свое благословение и мое уважение. Пустяк, всего лишь вареное яйцо, но ты сделал то, о чем забыли местные жители. Не они, а посторонний человек получил от нее благословение. И я следую ее суждению. Закрыть. Ну, поговорите с Ташичей. Пошли с Ташичей говорить. Пошлите. Ну, теперь ты давай, ну. Начинай диалог. Я помогал соседям. Я знаю, люди говорят о тебе повсюду. Я помог Мико Чиёме. Ты что-нибудь слышал о ней? Чиёме рассказывал всем, как ты почитал богиню в святилище. Это было всего лишь вареное яйцо, не слишком большое подношение. Это куда больше, чем большинство сделало бы. Некоторые устыдились своего пренебрежения к Инари, когда услышали о тебе. Я думаю, что теперь в святилище будет больше посетителей. Мацумару ничего не говорил? Да, упоминал дело со старым Хикабеем. Мацумару и тот еще сплетник. Он всем рассказал, что ты сделал. Я до сих пор не знаю, правильно ли я поступил. Старик страдает, но жив. Его семья будет благодарна. Они будут говорить о тебе, как и сам Мацумару. Это было трудное решение, но у тебя хватило мужества его принять. Это признак лидера. У меня была встреча с Кенгио. Он что-нибудь рассказывал? Ну, он остается в обиде на тебя, но все остальные считают, что с твоей стороны было смело заступиться за мальчика. Он был голоден и напуган. Я должен был помочь ему. Некоторые говорят, что ты был несправедлив, Кенго. Но я считаю, что старый дурак заслужил это. Прошу прощения за мои слова. Как ты думаешь, могу ли я теперь рассчитывать на поддержку местных жителей? Я думаю, они поддержат тебя. Я даже знаю кое-кого, кто с радостью присоединился бы к твоей деревне. Кого? Моя сестра Саюри. Она в восторге от твоих планов. Она любила старые сосоги и хочет, чтобы он снова процветал. Поговори с ней. Надеюсь, это начало нового сосоги. Закрыть. Все. Так, пошли спать. Он, короче, конечно, много нарассказывал, или точнее, мы ему наспрашивали. Ну да, суть в том, что мы, конечно, за кадром, пока это все там строили, строил я, начинал, Йона заканчивал, она бегала кучу квестов, выполняла каких-то. Но у нас это все не заснялось. Это уж не наш дом. Мы только один построили, маленький, и все, второй. И вот это у нас палатка. Я лег в палатку. А я пойду у этой тетки посплю. Она меня не прогонит. Тебе разрешается там спать, да? Да, я думаю, ты можешь... Все, бай-бай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Она, кстати, меня выгнала. Нет, она меня выгнала. А она меня выгнала. Ну, я тоже что-то встал почему-то. Давай дом построим. Иди в свой дом. У меня нет дома. Ну, я второй там построил, маленький такой же. Свой дом. Это наш дом. Зачем мне? Он одноместный. Ты мне не показал, одно где ты построил. Ты меня не... Это и так показали, конечно. Господи, ты, боже мой. Я же говорю, справа там. Мы что-то забегали. Вот это он, да. Ладно, нашла. Все, буду у костра тут сидеть рядом с тобой. Спи, давай, я уже в доме.